Река Эксперименты, мы изи разносим кичеркена и тестируем, насколько хватит его пукана. Чё, ослепил? Сильно. Сигма. Где? Люблю эту карту. То же самое. В окне. И не успела даже. Я знаю, я это играл с... Ну, ты знаешь, с кем? Блин, а я Вэмон. Я Вэмона взял. Типа он черный. Я черный. Тебе не повезло. Слишком крысишь меня, да? Где ты? Это ты или я перезаряжались? Это ты. Да. Где? Ты сверху? А, нет, ты снизу, наверное. Буду низ прочекивать. Ищу тебя внизу. Ну-ка, что у тебя там за... Я предлагаю заканчивать игру. Нет! Хрень, не карта. Не, мне нравится. Карта для крыс. Я знаю, я люблю эту карту. Я же сказала, карта для крыс. Я же сказал, карта для крыс. Ну, я же говорил. Тут а что у тебя за... Я же говорю, что надо играть нормально. Тут если не крысить, ты не выиграешь. Где? А, ну все. Чё у тебя за Вумен, да? А Бэмон. Ну видишь, говорю, что карты. Так я как бы здесь это заспамнился, если ты не знал. Я знаю, где ты. Прострел, прострел. Боже, капец, неудобно на этой карте играть. Это хрень не карта. Ага, как, а как... Ты на оверпассе умеешь играть? Че? Это нормальная карта. Для нормальных. Это самая тактическая карта. Ты сверху, да? Угу. Сейчас я знаю, где ты. Я не знаю, где ты. Я тоже. А, все, я знаю, где ты. О, я тебя увидел. Или я не знаю, где ты. Да я вот сам не знаю. Да все, ты на дробовике был, он с одного патрона. И что? А ты на пистолете был. Ой, на автомате. Автомат на большой дистанции. Я не хочу слететь туда. Я же прям по тебе попал. А у меня такое куплено.
Да где? Спасибо. Все-таки догоняем мы тебя. То есть ты блин. А по счету у нас 5-4. Ну и где ты? Сзади крыса. Так я вас... Только и можешь в крысу сзади подходить. А что, ты тоже ко мне на ноже вообще уже там подходил вообще как много раз. Ну да. Ну я хотя бы с ножа убивал. Ну, а я тебе флешку кину. Поняла, как надо с такими, как ты, разбираться. Флешка! Не успел. Вода. Конечно, с Вуменом только и можешь ходить черный скин, нафиг. А, все, я понял, где ты. Пострел. Боже, что за хрень вообще? Да не, как? Где малолеток? А, все, я понял, где ты. Пострел. Да это невозможно играть, это карта для крыс просто. Да. Я люблю эту карту, потому что там... Потому что здесь крысить только и надо. А потому что мне в снежном этом, на сноутом. Ну ты давай, подойди ко мне. Ну я понял, где ты. Да все, где? Ну ты тут стоял, ты, у тебя чё, тёмный скин? Чёрный. Где? Да это всё, это крысы, человек. Ага. Стоп! У нас... Обрадовался уже, да. О, так имба, я сверху все вижу. Ой. Да все, это жесткая крыса. Так я же говорю, это карта 0-0. А вон они у тебя. А, это же все. Ну, так сказать, первая ничья, пока.